Программа мероприятия, обещают организаторы, будет насыщенной. С утра на площади перед библиотекой откроется фотовыставка под названием «Счастливое лицо города». На поэтический балкон выйдут авторы, которые прочитают произведения о Сочи. Днем пройдет конкурс авторской песни «Ребята с нашего двора». Гостей мероприятия ждет и дефиле, на котором представят коллекцию авторской одежды, выполненной в технике декупаж одной из постоянных читательниц. И это не полный список мероприятий библиодворика. Здесь будет литературно-музыкальное кафе «Вкусное чтиво» под названием. Здесь будет выставка, посвященная, то есть мы из архивов библиотеки извлекаем старые альбомы, старые материалы исторические. И завершим мы все это событие танцплощадкой с ретро-программой «А у нас во дворе». Акция «Библиодворик» состоится 20 ноября на площади перед библиотекой имени Пушкина. Начало мероприятий в 11 часов.